Утро на телеканале «Россия» продолжает вести Чувашия. В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте. На календаре среда, 28 апреля. Они стоят на страже нашего здоровья. Сегодня в России отмечают День работника скорой медицинской помощи. Уже больше года врачи и медсестры борются с опасным врагом – новой коронавирусной инфекцией. Прошлой весной на пике пандемии по всей стране заболевшим оказывали помощь более 69 тысяч медиков. Это доктора, средний и младший медперсонал, сотрудники скорой помощи. Именно они оказались на передовой борьбы с COVID-19, ежедневно рискуя своим здоровьем. В этот день обязательно поздравьте врачей, фельдшеров, водителей экстренной службы. На помощь медикам в борьбе с COVID-19 приходит вакцина «Спутник Ви». Очередная партия в количестве 1200 доз накануне поступила в Чувашию. Новую партию уже распределили по больницам республики. Напомним, всего с начала пандемии Чувашия получила более 86 тысяч доз вакцины. В связи с этим увеличилось и количество прививочных пунктов. Всего их на сегодняшний день 74. Вакцинация идет активно. Свыше 42 тысяч человек уже сделали прививку двумя компонентами. Сотрудники скорой в эти дни проводят мастер-классы по оказанию экстренной помощи. Аудитория – школьники Чебоксар и Новочебоксарска. Медики Республиканского центра медицины катастроф объясняют алгоритм действий, если вдруг кому-то стало плохо. Навыки непрямого массажа сердца и искусственного дыхания должен знать каждый. Зачастую жизнь больного зависит от того, насколько быстро ему окажут первую помощь. И усвоить необходимые знания вполне по силам любому школьнику. Погрузиться в атмосферу событий Великой Отечественной войны, перенестись в то непростое время и почувствовать, каково было нашим дедам и прадедам. В этом поможет передвижная инсталляция «Поезд Победы». Уникальный состав сегодня прибудет в Чебоксары. «Поезд Победы» – это первая в мире инсталляция с эффектом полного погружения, размещенная в движущемся составе. Экспозиция располагается в нескольких вагонах, каждый из них – отдельная история. Мирное время и последние часы перед войной, дорога на фронт, концлагерь, санитарный вагон, блокада, победа и возвращение домой. В Чебоксарах посетить музей на колесах смогут только школьники и студенты. Как сообщают организаторы выставки, такие ограничения введены из-за непродолжительной стоянки поезда. Экспозиция будет работать с 10 утра до 8 часов вечера. Следующую остановку «Поезд Победы» сделает в Муроме. Сегодня третий день Страстной недели – Великая среда. В этот день вспоминают покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа, а также предательство Иуды. По традиции необходимо избавиться от всего накопившегося мусора. Кроме того, сегодня можно начать закупать продукты к праздничному пасхальному столу. По данным синоптиков, сегодня в республике местами небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до плюса 14, но ветер будет сильный. Одевайтесь теплее. О развитии событий расскажем в наших следующих выпусках «Вести Чувашия». Я желаю вам хорошего и продуктивного дня.